Марку им рассказать по поводу лазурки. То есть хотите, например, чтобы было еще поярче, можно, например, здесь еще там пол-литра перламутра. Вот Оксана взяла полторушечку. Вот, возможно, мы еще и это будем использовать. Только здесь мы не пойдем таким, если у нас фокус, мы попробуем сделать такую 3D-панно. Вот. То есть мы используем несколько техник в этом случае. Тут у нас такое есть. Рукавичка, наверное, будет началочкой. Вот. Как говорил Олег, не переключайтесь, вы увидите еще очень много интересного. Оставайтесь с нами.